И переходим к другим новостям. Сегодня после обеда на площади возле памятника Дюку собрались сторонники и противники опального экс-губернатора Одесской области. Он анонсировал свой приезд в Одессу на 16 часов. В назначенное время к Дюку прибыли активисты с обеих сторон и, вполне прогнозируемо, несколько раз попытались выяснить отношения с помощью кулаков. Вмешалась полиция. Митинг оказался непродолжительным. Уже к 17 часам площадь у Дюка заметно опустела.